Ой-ой-ой. Командой собрались выехать, прокатнуться. У нас сегодня короткая Нива, кумха, грязевая резина. Я уже лето поставил Матадоры Зарду 2. И сзади Шевик, вот, тоже летняя резина. У нас дожди начались, снег потихоньку сходит. Ну и грязь появилась, уже есть свои сложности. Это получается, наверное, второй тест трех самоблоков. Кто не знает, по ссылочке посмотрите, то, что я устанавливал дифференциал повышенного трения в раздаточную коробку. Там из двух частей. Сначала мы говорили, обсуждали, для чего она и как. Во второй части мы его непосредственно устанавливали. И как получилось у нас, не все просто так гладко прошло. Вот. Так что сейчас мы доберемся до определенных горочек, накатаем, посмотрим, покатаемся. Ну и вам приятного просмотра. Спасибо, что смотрите. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий, ну и поделиться с друзьями. Все, мы погнали. Так, ну что, у Евгения какие-то сложности были. Включаем вторую, разблокированный. Поехали, пробуем, пробуем. Прикольно, прикольно. Нормально, нормально пока. Сейчас нам Дастер еще присоединится, Алексей. Ого-го-го-го. Так, и нам нужно будет направо. Вот туда поедем. И вот здесь у нас будет основная... Ёлы-палы, я утонул, ребят. Туда съедем и будем пробовать подниматься. Здесь все скользко. Давай, поехали, смотрим. Ну, сами видели, что все зимняя шипованная резина. Холостых. Просто было бы интересно. Давай, ESP отключено. Первая новая летняя резина на авто. Ну, выключай ESP теперь. Сейчас ESP выключаем. На авто, давай. ESP выключили. Ну, обороты большие, Лех. Мне кажется. Прям потихонечку попробуй. Ну. Отлично. Молодец. Посмотрим, как здесь поедет. Давай вот здесь, что ли.
Давай, пробуй. Горочка небольшая, но, как видите, что грязь присутствует. Как уточнили, пары копеечные стоят. Давай, стой, стой, стой. Пробуй, пробуй отсюда. Видели, что на небольшой горочке с грязью все автомобили, в принципе, едут. Сейчас у нас автомобили прибавились. Вот Андрей на Форде приехал. Сейчас едем на более крутую горочку. Покатаемся там. Смотри, 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 прет как. Да, дизель. Но мне за ним по такому снегу прям немножко тяжеловато ехать, если честно. Клиренс-то, разница-то есть, и неплохая разница. Ох, 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 и между деревьев. Глубоко. Все, зацеп поймали, вторая пониженная. На небе там, мы здесь. Ну все, доедем до горочек, дальше будем ехать. А? Ну, Петру, Евгений, есть? Смотри, как вывезился тоже. Ну вот на этом пятачке у нас беда, 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 беда. Вот так вот. Ну здесь снега надуто, конечно, много. О! Тоже повис? Да, конечно, тяжело. Я начал копать, нет. Ох, ёп! Видишь, колея вот такая вот. О, у меня так не получается. Так. Сейчас мне будет тяжело. Смотрите. Как мне будет сейчас тяжело. Все-таки длинная... О. Нет, смотри, 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 что. Неплохо. Длинная база, конечно, отличается. Все, нормально. Едем дальше. Коротыш. Травленный. Я не травленный. Дастер, один и два делаешь? Примерно. Мы проехали там. Ребята поехали здесь. А, короткая Нива. Здесь проехала. Сейчас пойдем посмотрим, как они проедут. Этот маршрут мы как-то зимой катались. Я, может быть, где-нибудь ссылочку вставлю на это видео. Но зря, 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 зря. Все, ни назад, ни вперед. Напомню, пользуемся динамическими тросами. Вяжет наш товарищ. Ссылочку оставлю. Кому надо, заказывайте. Все, 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 не рой. Последний снег, последний снег. Вот, 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 вот так вот, да, 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 да. Можно сказать, проводы зимы, потому что, ну, неделя максимум, снега у нас не будет.
Уже снега нет, это мы сейчас сидим там, где большие-большие переметы. Вот. Так что прощальные выходные со снегом. Ладно, поедем мы дальше. Ребят сейчас выйдут. А мы с вами едем на горочку. Ну что, мы с Алексеем добрались первые. Вот до этой горочки. Но если честно, мне кажется... Обалдеть. На летней резине заехал. Класс. Ну давайте вот от лопаты мы поставили. Сейчас будем кататься от лопаты. Сейчас на метр полтора больше. Смотрим, смотрим, смотрим. Автомобиль с травленной резиной, по-моему, до 0,5 шипованной резины. Одним пальчиком, видели? И я его столкнул. Вот здесь, да, лед. Накатали лед. Ну да, бери больше разгон. Видите, прям на лед упадает заднее колесо, и все. Давай, все, отлично, отлично. Ну что, вот они, растения уже вылазят потихоньку, мягенькие, травка. Все, весна уже впереди, от весны уже мы никуда не уйдем. Шерик встает на такую же траекторию, как короткое небо выезжало. А первую попробуй. Давай, пробуй. Вот в чем разница? В чем разница, скажи? Просто выехал? Да. Траектория попроще. Ну, вроде летняя резина, не травленной. Я могу еще раз спуститься на эту же траекторию. Ну, давай попробуй. На этом шевике установлен самоблок, задний мост, 7 килограмм преднатяга. Да, нормально. Пробуем, смотрим. О,
Валя. Да, сзади самоблок. Давайте посмотрим этот интересный автомобиль. Прям траекторию накатали такую. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, только разгон больше брать. Ох, у нас печаль. Печаль, 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 печаль. А как его вытаскивать? Что случилось? Рулю не конечно. Рулю упал. Вот с другой стороны, да, вот такая машина и такой вот. А что делать? Только назад давать, наверное, пока. Да? Ну, а куда же? Ёлка. Такие вот непредвиденные обстоятельства. Только недавно сцепление заменил. Да. Все? Это нереально. Не, ну ты ничем не цепляешься. И вроде ничего. Оп, давай, давай. Я просто спрашивал, говорю, если я не заеду, где выезжать? Нигде. Виталь, давай максимально назад в гору поднимайся. Раскатывай, раскатывай. Мы немножко травились, немножко подсыпали снега, где ямки. Сейчас будем максимально разгон, чтобы выскочить из этого овражка. Немножко не хватило. Сейчас диагонально вывешенные станем, и в принципе она едет. Давай посмотрим. Ха, дай на ту сторону. Сейчас накатаю. Ух ты, елки зеленые. Ну а здесь она даже подвеска позволяет. Я разблокированный. Можно я себя покажу, как здесь снега? Конечно, нужно.
О, как я стою. Блин, сапог не стоит. Ну я не знаю. А ты вообще куда хочешь выехать? Ну, короче, вот там, я там поположу. Вот сейчас я здесь встану. Наверх. Да прет она, прет. Сейчас я заблокирую. А, ну да. Ну да. Резина решает все равно. Конечно. Она ж не режет. Хотя попробуй еще поставить второй. Конечно. Далеко не рубись, а не да, рубись да. Далеко. Куда на меня заезжать? О, о, не глубоко, давай назад. О, я что-то слух попал мне. Назад-то она пойдет, пойдет, пойдет. Еще на меня заворачивай. Короче, говорю, пойдет, она дальше пойдет. Там надо уже назад надевать-то. Ты выпрями ее сначала. Вот сейчас я выпрямил. Вот теперь вправо прямо руль и поехал. Но тут тоже кочки такие противные. Понял, да? Да, я про. О, кто-то пробивается. Не делайте вот этого вот глупости, сидите дома с женами, блядь. Вы ему не верьте, господа, всегда есть возможность сочкануть. Ха-ха-ха, я там, нифига себе. Совсем сильно? Ну. Так, ну что, оттуда проехали, не получается у нас все равно выехать. Здесь мешает, сейчас за ховер цепанем.
тушенки. Так, ему, наверное, надо хап, наверное. Ой, шаков. Ну что, вытягивай их туда. Сейчас. Не завязать. Выехать у меня не получается. Ну, долго надо, мучиться долго. Вот ховер подъехал, сейчас потянет. Подъем, снег сносит. Ну а так, блин, ну с блокировками тема реально. Интереснее, намного интереснее в диагональном вывешивании. Автомобиль когда встает, вообще без проблем выезжает. На стандартной машине вы встанете, и все. И одно колесо будет вращаться. У меня выезжает. Так что я пока доволен. Итак, мы накатались, выезжаем домой, подтаяла прилично, грязюка хорошая. Какой итог? Ну, итог, наверное, простой. Травленная резина решает по поводу три самоблока. Диагонального вешания меня очень сильно спасало. Стандартный автомобиль Нива, если бы вывесился, просто бы сидел там. В моем случае едет нормально. Но я думаю, вы сами увидели, сами все это заметили. Вот. Ну, полноценного теста не могу вам сказать, хорошо это или плохо. После завтра надо защиту. Пока не знаю, ребята, что и как. Сейчас еду на 0,8, травленной резине, грязь конкретная, вот. Все, ладно, будем заканчивать. Сейчас уже скоро к городу подъедем, будем выезжать. Если интересно, подписывайтесь на канал Нива 007 Оренбург. Ставьте там лайки. Ну и, конечно, комментируйте. Хотелось бы, чтобы прокомментировали всю эту ситуацию. Вот. Диванных экспертов, конечно, много. Я бы, вот так бы. Приезжайте, пробуйте в реалии. На камеру вообще не передается. Сложность вообще вот этих вот мероприятий. Даже сейчас вот еду. Вы же думаете, что по лайту. Нет, он днищем скребу просто еду. Внизу лед, грязь. Но мы катимся. Все, ребята, пока. Вас в комментариях жду. Давайте комментируйте, делитесь видео.